Я хочу обратиться ко всем новосибирцам, к своему городу, к Каргату, к Новосибирску. Нас отправили на войну на Украину, ничего об этом не сказав. Нам не сказали, что здесь будет. Нас заставляют убивать, нас заставляют стрелять. Здесь российские войска бомбят мирные города, мирных граждан. Я прошу всех, пожалуйста, выйти на улицы с протестами. Только так мы сможем прекратить эту войну. Она никому не нужна. Здесь маленькие дети, здесь мирные гражданские люди. Здесь каждые 3-2 часа стреляют. Нам страшно. Нас украинские власти с собой прячут в подвале. Здесь стреляют, убивают. Обстрелы постоянно. Президент делает все, чтобы те, кто попали в плен, не вернулись назад, чтобы не рассказали, что на самом деле здесь происходит. Я хочу вам донести, хочу рассказать, что на самом деле здесь происходит. Российские войска бомбят мирные города. По нам стреляют. Мы российские военные, нас украинские граждане прячут вместе с собой в подвалах. Здесь стреляют, нас истребляют, нас же убивают. Наш президент старается сделать все, чтобы мы не вернулись домой, чтобы мы не рассказали то, что здесь творится на самом деле. Я прошу всех выйти на улицы с протестами. Только так мы сможем прекратить это все. Не нужна война. Выходите, пожалуйста. Весь Каргат, мой родной город, Новосибирск, моя область. Я прошу всех, пожалуйста. Нам нужна ваша помощь. Только так мы сможем все это прекратить. Я вас прошу, пожалуйста. Записать свое обращение к Дальнему Востоку. Возможно, мое последнее обращение. Пока есть свободная минута после бомбежки. Она только прекратилась. Хочу сказать о том, что президент Путин отправил нас на верную смерть, отправил молодых солдат, не предупредив ничего, не сказав об этом. Сейчас находимся в плену, относятся к нам вообще неплохо, кормят, не мучают, не бьют, относятся хорошо. Хочу, чтобы люди все поняли, вставайте в митинг. Здесь рушат города, все дома. Рушат роддомы, рушат больницы, рушат школы, где дети. Просто творит ужасные вещи. Он убивает людей гражданских, мирных людей. Прошу вас, люди, встаньте в бунт. Добейтесь, чтобы не было войны. Или я не знаю, что сделать. Сделайте что-нибудь, все, что в ваших силах. Все возможно. Вот товарищи мои сидят. Мы здесь. Добейтесь мира. Прекратите эту войну. Хочу записать свое обращение к всей России, ко всему Дальнему Востоку. Возможно, мое последнее